Зрители, это новый выпуск по Clash Royale, уже третий за сегодня, ну так случилось, так сложилось, захожу здесь в магазине, а у нас такая вот распродажа, продают в общем легендарки, да, ну и золото, я вам говорил, что я не буду жалеть денег, потому что надо нафармить 5 лямов любой ценой. И под прошлым роликом говорил, как только соберет 3000 лайков видос, сразу же публикую видео, где я доначу на эти сундуки. Собственно, слово держу, только единственное, что видос выходит, естественно, не сразу после того, как отметка перевалила за 3000, потому что я видел уже комментарии, ну где уже 3000, где видео? Они думают, как будто видео вот так вот по щелчку делается. Естественно, мне нужно записать, отрендерить, превью сделать, залить и т.д. и т.п. На это уходит время. Вот. Но тем не менее, я как и обещал видос сегодня, вот он, вы его смотрите. Собственно, что? Начнем сейчас, наверное, с королевской вот от начального набора. Я, во-первых, сделаю скриншот. И, кстати, по-моему, в каком-то видео я говорил, что я вам покажу коллекцию скриншота на своем iPad, когда соберет 10 лайков. По-моему, там собралось. В общем-то, нужно делать видео. Когда это видео сделаю, точно не знаю. На этой неделе, наверное, нет. Но как-нибудь обязательно запишу этот видос. Либо на стриме вам покажу все скрины на iPad. Честно, там ничего такого зрелищного нету. Там просто полотно скринов. Ну, на самом деле, мне самому было интересно полистать, потому что такая ностальгия, как все происходило. Там их настолько много, что... Ну, в общем, если вы хотите такой видос, или чтобы я вам все-таки показал эти скрины, ну, лукасов побольше, и подписывайтесь. Ну что ж, начнем с начального набора, а потом задонатим 2 легендарных и 100 тысяч золота. Ну что ж, 10 баксов, поехали. Это получается, потрачу 30 долларов, да, сейчас на вот этот сундук и 2 по 100 тысяч гемов. Так, я возьму рекрутов, хоть они и какашка, ну а что делать? Может быть, когда-нибудь улучшат их. Возьму снежный ком, или как он там называется, хрен его знает. Беру охотника, потому что золото надо. Так, беру арбалет и легендарочки. Шахтер, бандитка. Да, сюда залетает моя девочка, 17 из 20. Еще 3 карты, и она у меня 5 уровень. Ну, Найс, вообще просто, я честно, я так тащусь, мне просто скоро уже можно собрать всю колоду с легендарных карт, и не все будут 5 уровня. В общем, это тоже будет отдельное видео, прям, Ну что ж, еще 2 легендарных сундука, блин, ну есть такая вероятность, что может еще одна бандитка выпасть. Вы там что-то подшаманьте, подкрутите, вы там когда лайки ставите, тут происходят чудеса, проверьте, поставьте лайки, подпишись. Ну сколько можно просить, а? Донатим, поехали. Итак, следующий сундук у нас уже приобретен. Крутится, вертится, не вижу, не смотрю. А ну, пламенный. Кстати, пламенный был только что с выбором между бандиткой, да? Выбор был между бандиткой. Ну, окей, пламенный тоже норм. Итак, у нас 2 ляма 953, все верно. Сейчас еще доначу, и у нас 3 миллиона! 3 миллиона, еще останется 2 лямчика. И все, и максимальное количество. Ну, я не знаю, блин, цены, я не... 5 лямов, это сложно. Ну, надо идти до конца, наверное. Донатим последний спецпак. Все прошло успешно, конечно. Деньги схавали, так, что нам? Бандитку, плиз, шахту. Лучник, да, лучника. Ну, ладно, лучника, окей, хорошо. Лучника так лучника. Все, приобрели, куплено, 3 миллиона. Так, нужно сделать скриншот, 3 миллиона, потому что буду делать превью. 3 миллиона 53 тысячи. Этого уже мне достаточно, чтобы выкачать все карты. Абсолютно все. Вот, помимо этого, мне, наверное, будет достаточно, чтобы купить, ну, те леги, которые сейчас недоступны, практически на 5 уровень тоже все. Хотя нет, не все. Мега рыцарь еще тут далеко, и призрак тоже еще даже. Ну, короче, хотя бы вот спарки, лаву, вот эти 4 карты точно бы мне хватило золота, выкупить бы их все на максимум. В общем, друзья, обязательно подпишись на канал. Друзья, подпишитесь на канал и следите. В скором времени я, может, не сдержусь, задоначу. Но, в общем, скоро аккаунт будет фулл. Предлагаю попробовать сыграть сейчас в глобале. Я не знаю, что получится в начале сезона на 4700 трофеев. Новый сейчас сброс с кубков. Новая вот эта система, поэтому я не знаю, как сейчас в начале сезона на таких трофеях. Раньше на 4700 в начале сезона просто уже топ-200 было. Сейчас, конечно же, нет. Давайте смотреть. Видимо, против нас Хогушка 2.6, либо арбалет. Нет, видимо, арбалет, потому что мегамуха... Хотя, стоп, арбалет с мегамухой. Ну ладно, короче, давайте этот момент... упустим. Так, блин, где мы Голем?
Зачем разряд был? Давайте, вот сейчас мне на голема должно хватить эликсир. Вот он, короче, вот так будет. И все. Пожалуйста, ведьма, не надо вперед, не ломись. Ну куда ты? Ну куда ж ты пошла? Ну что ж ты за такая дура? Ну, ну кто тебя просил вот это выходить вперед? Ну, рили. Зап и стрела, надо запомнить. Давайте разрядом бахнем. А хотя не надо было это делать. Ну ладно. Все равно деку как-то прокручивать надо. Тем не менее, урон неплохой выдает голем. Плюс взрывается возле вышки, все дела. Я, кстати, не понимаю, что это за колода. Может, коргей? Что за дела? Зап, стрелы, непонятно. Так, ага, все, понял. Все, еще раз понял. Стоп, а изменение баланса произошло уже? Ой-ой-ой. Это же надо было так затупить. Просрать мега-миньона. Ну ладно, пропускаем одну тычку от шарика. Не критично, не страшно. Я нанес урона больше. И плюс шарик взорвался не возле вышки. Кстати, у меня в деке поменялись немножечко карты. Я взял вместо ракеты Poison. Нарек залетел ко мне на стрим и посоветовал взять Poison на тех кубках, в которых я сидел. Он был более логичен, потому что в основном какая-то помойная яма какая-то была, эти кубки. Поэтому ракета меня там вообще не вывозила. Вот там куча разного спама было, я не знаю. Опять сейчас будет тот же заход. Но я не знаю, как вот это мега-миньона правильно выпустить. Давайте будем вот так вот действовать. Так, ух ты ж, ё-моё. Тихо. Так, разряд. Ну, пожалуйста, ну... Понятно, окей. Так, ладно. Что будем делать? Что будем с ним делать? Давайте яд закинем, потому что... Блин, как-то тупо. А времени-то у нас мало. Давай. Тычку. Ебой. Так. Давай, фриз. Давай, фриз. Фриз. Не хочет фриз. А, не, вот он фриз. Блин, а что-то много всего. Так, отлично. И вот сюда лупашим голема. И, в принципе, по идее, должны зайти. Единственное, что сейчас может произойти, это он прокрутится до еще одного шарика с гигантами. Я просто не задефаюсь. Вот это, наверное, вероятнее всего. Да, блин, ну как так, лол? Ну, помогите кто-нибудь. Киньте мне... Да ты чё? Прикольно. Что я хочу сказать? Я проиграл. Да, это 100%. Хотя, посмотрим сейчас. Тихо. Так, а у него есть какие-то тяжелые заклинания? Не, у него только запись. Блин. Мои глаза просто не хотят это видеть. Мне просто... Ну, просто не хочется проигрывать таким. Ну как? У него рекорд 5300. Ай-яй-яй-яй. Да, была... Вот здесь, конечно, ракета бы затащила. Вот ракета бы сейчас вот это... Мега-миньона, шарика, гиганта. Я бы туда так, блин, воткнул бы ракету. И все, его фриз как бы... Ну, ты хоть кидай фриз, хоть не кидай. Там один гигант особо-то ничего не сделает. Тем более я там, ну, задефался бы как-то. Вот, здесь давайте Poison, я не знаю, это лава, скорее всего, зачем я слил Poison, тоже не спрашивайте, я сам не знаю. А нет, это не лава, это голем, окей, голем так голем, 6-го уровня голем? Давай, вот выиграй меня, чтобы полностью уничтожить мою репутацию, унизь меня конкретно, вот 6-му голему проиграть, все, зашквар полный. О боже, еще 8-е комонки, да как это так? Блин, да что я делаю? Что происходит вообще, блин, со мной? Что не так? Просто жесть какая-то. У него 6-е эпики, 8-е рарки. И я ему проигрываю. А, не проигрываю, все нормально. Ставим голема. Так, ставим вот здесь голема, давайте. Блин, на яд немножечко не хватает. Вот здесь давайте кидаем яд сейчас. Достаточно странный игрок против меня играет. Как он на 4700-то вообще залез? Потому что, ну, тут как бы сидят быки такие, как я. Быки. Ну, вот, вы понимаете, да, что на 4700 сейчас сидят, кто на 5800 сидел. Как он сюда попал, я не знаю. Малыш, тут вообще опасно, что ты тут делаешь? Иди на 4300. Хотя красавчик. Я, это все шуточки на самом деле, но он красавчик, как бы, ну... Смотрите, мы идем наравне, с учетом того, что у меня 8-й голем, а у него 6-й.
Я какую-то херню, мне не нравится цикл, блин, мне вечно что-то не нравится. Ладно, ставим голема тоже. Я, наверное, все-таки пропускаю его и отдам ему вышку. Мегаминьон должен выжить, если запа не будет. Отлично, Мегаминьон выживает. Но дракончик подкидывает дракончика. Так, хотя, в принципе, можно сделать так, чтобы моя вышка и не сдохла. Это с помощью, допустим, того же торнадо. К примеру, да, провернуть такую фичу можно. Вот, плюс можно вот такой вот poison закинуть. Хороший, да, например. Ну и, да, короче, я здесь победил, но как-то что-то вообще... Как-то надо, короче, эту проблему решать. Что-то... Не, я еще не победил, камон. Я еще не победил. Так, разряд, давайте кинем что-то там вообще... Ага, все, вышка и не думает умирать. Сколько, блин... Сколько всего подкинул, и мышка не дохнет. Ну что ж, 10 секунд осталось. Интересно, прокрутится он еще до одной молнии или нет. Бревно. Давайте мегаминьон. Не, скорее всего, не прокрутится. Победа. Ну, какая-то странная победа. Меня чуть не накнул парень, который прокачан как игрок, который должен сидеть на 3800. Слушайте, с шестым... Нет, что-то не то. Ты реально? Пятый... Зато четвертое бревно. Слушайте, я вот это... Блин, я... И 13 уровень. Забавный игрок, слушайте, подобрался мне. Я бы вот это записал на его аккаунте видос, как он вообще играет. И лучший сезон 5500. Блин! Чувак, если ты смотришь меня, если ты каким-то чудом увидишь это видео, свяжись со мной, пожалуйста. Если ты взял 5500 вот этой прокачкой, да ты вообще просто, я не знаю, ты бог, кто ты? Как ты вот... Да не, не может быть. Нет, что-то не то. Ладно, друзья, я буду на этом выпуск завершать. В этом сезоне будет очень интересный глобал. Подписывайся, следи за новостями. Мне очень интересно стало играть, когда вот это изменили, вот эту систему сброса кубков. Ждите, следите и будьте всегда в курсе всех событий, нажав на колокольчик. Жду вас еще на стриме. Сегодня турнир на 10 000 гемов. Спасибо, до скорых встреч, пока.